Студентка первого курса Таджикского национального университета белорусской филологии. Меня давно интересует вопрос. Филологом и лингвистом считают одного и того же человека? Здравствуйте, уважаемые зрители. Эти слова действительно часто путают, хотя синонимами они не являются. Слово «лингвистика» восходит к латинскому «lingua» – «язык». Появилось оно в русских словарях в 30-х годах XIX века. Первоначально из французского языка было заимствовано слово «лингвист», а затем на его основе путем суффиксации, то есть добавления суффикса, было образовано слово «лингвистика». Сочетание суффиксов «ист» и «ик» часто используется в русском языке для образования существительных женского рода, обозначающих какую-либо область деятельности или науку – публицистика, флористика, криминалистика, статистика. Лингвистикой – называют науку, изучающую строение, функционирование и развитие системы языка. Синонимами лингвистики являются языкознание и языковедение. Слово «филология» имеет более давнюю историю и более широкое значение. Оно возникло еще в древнегреческом языке. Филология – любовь к слову, к литературе, к ученым беседам. В русский язык это слово пришло в XVIII веке из немецкого. Филология – это не отдельная наука, а целая группа гуманитарных наук, изучающих язык и текст как высшие воплощения человеческой культуры. Лингвистика входит в эту группу. Кроме нее филологическими науками являются литературоведение, фольклористика и ряд более мелких дисциплин. Таким образом, лингвистика – это лишь часть филологии. Каждого лингвиста можно назвать филологом, но не каждого филолога – лингвистом. Русский язык – великий, могучий и интересный.